Всем привет, дорогие друзья! Получил я еще пару посылок, купленные, как всегда, в Китае на сайте eBay. Как я говорил уже ранее, сайт eBay, при покупке на сайте eBay не дается трек-номер для отслеживания, поэтому я как бы не знаю, что здесь может быть, могу только предполагать. Здесь вот должен быть крепеж на стекло для навигатора Garmin. Родной, к сожалению, был утерян. И заказал я себе, да, вот такой вот крепежик на сайте eBay. Ссылка на товар будет, как всегда, в описании под видео. Знаю, что оригинальный у нас в Москве стоит в районе 900 рублей. Такой вот крепеж. Качество, я скажу, более чем хорошее. Потому что кронштейн даже крепится хорошо. И, в принципе, вот сам навигатор Garmin. Старенькая, но практичная моделька. Вот. Так вот это все будет выглядеть на стекле. Вот таким вот образом крепится. Все отлично. И неизвестно еще посылочка. Потому что трек-номер какой-то странный. Вот он не пробивается. Что здесь? Сейчас увидим. А, здесь вот такой вот MP3 плеер. Ждал я его долго очень. Так. Вот такой вот MP3 плеер черного цвета. Стоимость его была в районе $8. Это переходник какой-то. Для чего, не знаю. Непонятно, непонятно. В принципе, сделаю я на него сейчас, разберусь, отдельный видеообзор. Расскажу, что да как. Потому что еще не в курсе, как он работает. Все будет в отдельном видеообзоре. Спасибо всем за просмотр, подписываемся на канал, ставим лайки или дизлайки, кому как нравится. Буду рад новым подписчикам. Спасибо, пока-пока.